Balu UHP 205. Мы совершаем более 10 тысяч вздохов каждый день, поэтому для качества нашей жизни очень важно качество воздуха, которым мы дышим. Хороший воздух в помещении – это правильно увлажненный воздух. По мере того, как температура воздуха за окном понижается, относительная влажность воздуха уменьшается до уровня опасного для вашего здоровья. Сухой воздух обезвоживает ваше тело, а глаза, нос и горло начинают пересыхать. В результате этого вы становитесь более подвержены заболеваниям. Сухой воздух также пересушивает деревянную мебель, полы и музыкальные инструменты. Помни об этом. Представляем вам цифровой ультразвуковой увлажнитель воздуха Balu UHP-205. Кнопка включения и выключения увлажнителя. Таймер на отключение с интервалом 1, 2, 4, 8 часов. Для установки уровня влажности нажмите кнопку «Таймер» и удерживайте ее в течение 5-10 секунд. С помощью кнопки «Speed» или «Таймер» задайте требуемый уровень влажности. С помощью кнопки «Speed» выбираем скорость увлажнения. На дисплее видно текущий показатель влажности и температуры в помещении. При минимальном уровне воды на дисплее загорится датчик отсутствия воды, и увлажнитель выключится. Для функции ночного режима удерживайте кнопку включения, пока дисплей не отключится. При этом увлажнитель продолжит свою работу. Для ухода за увлажнителем нужно раз в месяц производить чистку. Установите картридж в крышку бака. Затем закрутите крышку в резервуар для воды. Установите резервуар для воды на базу увлажнителя. Установите распылитель. Увлажнитель сохранит вас и вашу мебель от пересыхания. У вас и вашего ребенка всегда будет здоровый сон. Balu UHP 205.